Вы делаете очень правильные акценты. Вот нам говорят, а почему спецоперация не завершилась за 3 дня? 3 дня обещали. Во-первых, никто 3 дня не обещал. Это раз. Точно. Второе. Друзья мои, Российская Федерация могла бы завершить специальную военную операцию за 3 дня. Мы бы направили всю армаду своих ракет, задействовали все наши ВКС и ковровыми бомбардировками разбомбили бы Киев со всеми мирными жителями. Вот скажите, вы хотите, чтобы мы так сделали? Я задавал этот вопрос очень долго. А теперь, когда мы видим, как Израиль уничтожает сектор Газа, и с Хамас, и с мирными жителями, я еще раз задаю этот вопрос. Вы хотите, чтобы армия России вела себя как Цахал в секторе Газа? Вот такими способами, да, спецоперация может завершиться, ну не за 3 дня, а за неделю. Вы хотите, чтобы мы были такими? Россия не действует как Цахал не потому, что она боится осуждения Запада, а потому что у нас другие ценности. Но мы не можем так поступать. У нас другие ценности. Мы сами себя не поймем. Мы не боимся, что нас Запад там не поймет. Да наплевать мне, честно говоря, на этот Запад. Мы себя не поймем. Мы себя не поймем, если мы будем ковровыми бомбардировками бомбить русский город Киев.